Медо Пикачу и всем привет, с вами Медо Пикачу, и сегодня мы продолжим проходить игру это Dream League Soccer, и мы я уже начал матч, потому что у меня что-то залагало, я очень прикольной формы увидел и их поставил. Ну что ж, вот такой вот гол. Забивает такой вот гол. Вот такой вот прикольный гол. Тимати Ва делает дубль. Вот с такой хорошей дачей Бензимы. И тут вот такой вот удар. Вот пробую я, что... Я пробую что-то придумать в атаке. Ну, а тут просто Тимати Ва проходит. Бьет дальний удар. И гол. Ничего даже придумать в атаке не надо. Просто лонгшот и все. Дальше 100. Вот. Сейчас выйдет и, наверное, надеюсь, первый гол забьет Лионель Месси. Кстати, Барнас хуже Гиндузи. Надо потом его поменять. Хотя, может быть, лучше оставить Барнаса, чтобы тот прокачался еще. Ладно, погнали. Ладно, сейчас посмотрим на выход Лионеля Месси. Вон он, последний был. Эндрю. Джек Эндрю, наш, наверное, кажется, левый защитник. Кстати, так как новый сезон, мы можем купить игрока 7-1. Ну, давайте как раз купим какого-нибудь левого защитника. Лионель Месси. Просто... Я не знаю, что он положил просто. Забил. Давайте сейчас. Так. Гендузи. Вот. Давайте со стороны голкипера просто посмотрим на эту красоту. Так, вот там передача на Лео Месси. И... Отлично, мы побеждаем Канаду Сердец и получаем вот такой огроменный золотой мячик. Золотой мяч. Тему Пуки стал самым лучшим игроком матча. Странно, конечно. Так, воу, сколько достижений у нас. Мы переходим в новый дивизион. В Севилье не будем играть. Потому что, ну, мы теряем просто. Времени, можно сказать. Так, 70. А, вот, да. Ой, нет. Да. Жалко, в этой игре нет какой-то определенный рейтинг выставить. Да уж, придется искать на левого защитника очень. Кстати, стоп. Вот тут появился Джо Гомес. Мы его купим на ЦЗ, потому что у меня тут Кунде. Простите, но мне, если честно, очень хочется купить Томаса Минье. Ну, давайте...
Его как бы купим в конце серии, а сейчас купим. Ну, я тогда не знаю, кого купить. Так. Ну, просто я решил поменять, чтобы играл. Сейчас, погодите, у меня есть один игрок, который не играет в основе топ-клубов, но, в принципе, он мне нравится по прическе. Ну, наверное, вы поменяете. Так. Он игрок Челси. Наверное, он тут есть. Паду я хотел купить. Кстати. Так. Ладно. Все. Следующий матч будет с Чавесом. Погнали. Отлично. Так как этот Тимати травмировался, я выпустил Лионель Месси, и он забивает гол. Но, если честно, с Чавесом играть было сложнее, чем с Барселоной Тони. Потому что у них барона очень хорошие. Отлично. Лионель Месси пробивает и забивает гол. Вот так вот он прошел и ударил в ближний угол. Если бы сейчас Месси просто не забил, я бы его убил просто. Вот честно, хоть он мой любимый игрок, но реально, если бы он такое не забил. Нет, не это. Я думал, что это не Месси, потому что я хотел, чтобы Месси забил. Ну, а тут вот такая вот передача. И если бы сейчас Месси не забил, реально, я бы его убил, реально. Отлично, Лионель Месси забивает. Еще один четвертый гол. Вот такая вот передача на Халилыча. Халилыч нашел Месси, и Месси ударил. Пенальти? Что? Почему? Ну вот, смотрите, было сыграно в мяч. Сыграно вроде в мяч. Так, давайте. Мне показалось, что все было сыграно реально в мяч. Вот передача, и сейчас будет подкат. Но это было реально в мяч. Вот, по мячу? Да, это... По-моему, нету пенальти. Но он не по ногам ударил, он в мяч все-таки сыграл. Так, ладно, давайте в правый. Правый... Как он прыгнул? Что за прыжок? Ну, это Месси. Все-таки. Просто Гендузи отобрал на Месси вот так вот разрезную передачу и гол. 5 голов забивает в этом матче Лионель Месси. Вот такая вот статистика. Ну что ж. Погнали. Отлично. Лионель Месси забивает еще один гол. Такая вот передача.
И вот такой вот удар. Бум. Так, Лионель Месси забивает еще один гол. Вот так, Пау. Лионель Месси прям сразу забивает. Хэт-трик вот так отходит и бьет. Лионель Месси забивает еще один гол. Пау. Лионель Месси забивает пентатрик. 5 голов. Стоп. Вы видели? Месси стоял возле Гендези, он был очень маленький. Всем привет, с вами... Ой, Месси забивает 10 голов, и мы его можем прокачать. Ой. Так, давайте Месси поставим в основной состав Месси Бензимы. Так. Отлично. Так, и сейчас под конец мы посчитаем. Кстати, мы можем Кунде поставить. Отлично, наша защита, ну, хоть как-то нормально получается. Кстати, давайте посчитаем, сколько матчей у нас. Ладно, давайте считать. Ладно, давайте считать за один сезон, так что один у нас этот. Ну вот, на этом наше видео заканчивается. Всем пока.